Существуют различные взгляды на теоретические возможности изобразительного искусства, но до настоящего времени ни один из них не является достаточно фундаментальным и всесторонним, чтобы считаться с теорией. Говоря о теоретических представлениях, которые лежат в основе арт-терапевтической деятельности, конечно, нужно начинать с Зигмунда Фрейда, да, с отца современной психологии. В своей работе великий Зигмунд Фрейд не интересовался теоретическими возможностями художественного творчества и не обращался в своих исследованиях к результатам художественной деятельности пациентов. Он рассматривал изобразительное творчество как чисто случай сублимации, то есть занятие художественным творчеством способствует снижению внутреннего психического напряжения и направляет психическую энергию на достижение творческого результата, то есть создание самого арт-продукта. А вот Карл Юнг, его оппонент, друг и последователь, да, считал, что в этом вопросе Фрейд слишком ограничен. По представлениям Юнга, фантазии творческие могут способствовать развитию личности и даже самоисцелению. Но, говоря о теоретических представлениях, нам надо поговорить вот о каком феноменоме. О бессознательном. Зигмунд Фрейд совершил переворот в психологии, да, показав, что бессознательное влияет на поведение человека вопреки сознанию и незаметно им, не замечается сознанием. Сознание, он писал, это всего лишь крошечный всадник, сидящий на спине громадной лошади, которая мчится, часто совершенно не обращая внимания на попытки своего наездника управлять ею. Это вот такой образ, вот так он его себе представил, бессознательное. Бессознательное – это безличностная, самая архаичная часть психики. Она связана с соматическими функциями человека и является энергетическим резервуаром всей его душевной жизни. Бессознательное по своим масштабам намного превосходит все остальные части психики и занимает основную, большую его часть. Законы развития бессознательного едины для всего человечества. И оно представляет собой структурированную информацию, которая накапливается в генетическом фонде человечества с незапамятных времен. На уровне бессознательного мы воспринимаем такие простейшие и основополагающие элементы бытия, как цвет, геометрическую форму, ритм, высоту звука, мелодию. Человечество воспринимает эти явления одинаково, несмотря на место жительства, возраст, культуру, национальность. Например, красный или черный цвет воспринимаются одинаково как в Европе, так в Азии, также в Южной и Северной Америке, хотя могут иметь разное символическое значение и называться по-разному. У бессознательного нет как конкретного содержания. В нем нет никаких представлений о времени и морали, и пространстве. К нам часто из бессознательного, даже не чуть-чуть, часто, постоянно из бессознательного приходят некие послания. Их сложно описать словами. Правда, иногда встречаются люди, которые умеют рассказывать о своих чувствах, переживаниях, о тайных состояниях своей души, и, как правило, они становятся писателями и учеными. Вот такое свойство у бессознательного и способности взаимодействия с ними. Но как Фрейд, так и его последователи, они предпочитали и предпочитают рассматривать бессознательное как вместилище негативных, первобытно агрессивных и сексуальных влечений, которые нужно подавлять, контролировать и сублимировать. Совсем иное отношение к бессознательному сложилось у Карла Юнга. Исследуя на своем собственном опыте и на опыте своих пациентов бессознательное, он разделил его на две части – на личное бессознательное и коллективное. Личное бессознательное в представлениях Юнга очень похоже на то, как бессознательное воспринимал Фрейд и воспринимает его последовательно.
Личное бессознательное включает в себя подавленные, вытесненные, неразвитые влечения, инстинкты и желания, порой негативные, поступки, воспоминания, источники у которого уходят корнями в наше раннее детство. Кроме того, личное бессознательное включает в себя комплексы. А комплекс – это скопление эмоционально заряженных чувств, мыслей и воспоминаний, вытесненных когда-то при каких-то обстоятельствах в бессознательное. А вот коллективное бессознательное – это самый глубокий уровень личности, который содержит в себе воспоминания и образы, передаваемые по наследству из поколения в поколение от наших предков. Этот вывод Юнг сделал, изучая фольклор, мифы, сказки, предания и легенды. Коллективное бессознательное не основано на личном опыте и не развивается индивидуально, оно очень интуитивно. И его содержание в нашей психике представлено архетипами или общечеловеческими первообразами. Среди этих архетипов анима – это женственность мужчине, или анимус – мужественность женщине, герой, или тень – отвергаемые аспекты личности, которые мы не любим, о которых мы не хотим говорить, смотреть, вспоминать, которые мы отрицаем, или персона. И еще разные другие есть уже. В свое время Юнг открыл только 8 архетипов, сейчас уже больше удалось открыть специалистам. Актуализация архетипа, она происходит, когда возникает ситуация в жизни человека, ему способствующая. Просто так архетип не явится. Должны быть какие-то обстоятельства вокруг человека, да, индивида, чтобы это случилось. Есть еще очень важный момент – это определение архетипического образа. Иногда путаются, что такое архетип и что такое образ, да? То есть это то явление, о котором мы только что говорили, которое как бы является проекцией, да? Вот проецируется, в ней собирается, в некий образ, да, о котором можно все-таки сказать, нарисовать, сообщить. Потому что о архетипе ты не сообщишь. Ты о нем узнаешь при других обстоятельствах. Когда ты с ним встречаешься, ты обычно чувствуешь некий такой сильный прилив сил, похожий на энергетический толчок. То есть это вот как бы главный признак, когда ты встречаешься с архетипом. Очень сильно взволновало. Что-то произошло, да, появились вот какие-то силы и возможности. И вот архетипический образ, в котором узнается архетип, обнаруживает себя через определенные символы во снах, в сновидениях, в художественном творчестве. То есть вот такая цепочка, да? Вот встреча с архетипом, архетипический образ, который потом можно представить, ну, вербально или с помощью творчества, вот через сны, фантазии, через рассказ о снах, фантазиях и в творчестве. Юнг понял, что на протяжении всего своего существования человечество сталкивалось с одними и теми же психологическими кризисными ситуациями, состояниями. То есть тысячи лет это происходило. И поэтому человеческая психика сформировала определенный способ внутреннего решения этих проблем. Эти бессознательные решения находят символическое выражение посредством появления образов, источниками которых является одна общая область в коллективном бессознательном. То есть вот все эти решения исторические, да, неосознанные решения, бессознательные решения, они, у них есть свое место в нашем бессознательном, определенный как бы уровень, на котором они находятся. Они находятся на том же уровне, на котором находятся сновидения, мечты, фантазии. То есть вот в этой как бы структуре бессознательного это, в общем, все достаточно глубоко. Как вот эта работа происходит? То есть благодаря занятиям, например, художественным творчеством, да, наши внутренние вот эти бессознательные решения интегрируются в сознание, они поднимаются в сознание.
Значит, что еще важно сказать? Что центральный организующий принцип коллективного бессознательного был назван Юнгом архетипом самости. Одним словом, самость – это то самое главное в нашей психике, которое позволяет нам быть сильными, здоровыми. Собственно, к этому мы обращаемся для того, чтобы, например, выздороветь при каких-то там сложных жизненных обстоятельствах. Юнг сравнивал самость с архетипом Бога, который существует в каждом человеке, и стремится помочь человеку реализовать потенциальные возможности и единство личной целостности. То есть реализация наших возможностей, способностей и личная целостность, да, стабильность и крепкость – это, собственно, наш смысл жизни. То есть остаться целостными, переживая все то, что нам суждено пережить. Вот именно из этого субстрата психики рождаются образы, появляются символы, то, что я говорила, да. Самость составляет ту часть человеческой души, благодаря которой человек может, в кавычках, стать кем угодно, да, и сделать все, что угодно. И интуиция составляет основную форму реализации самости. То есть ее реализовать, с ней взаимодействовать надо на интуитивном уровне. То есть сознание здесь не помогает. Оно занято другими, очень важными вещами. В настоящее время существует основание полагать, что для левого полушария мозга, левое полушарие мозга выполняет функцию сознания, тогда как правое полушарие контролирует символическое проявление самости. А языком самости является язык картин, образов, метафор, чувств. Либидо и мартида, они являются главными, основными движущими силами бессознательного. В их борьбе и единстве мы как бы вот получаем ту важную информацию из бессознательного, в которой заинтересованы. Либидо – это страсть к созиданию, а мартида – это страсть к разрушению. Как либидо, так и мартида, они имеют приспособительные, адаптивные значения. Их основная задача на самом деле не быть ни плохими, ни хорошими, а задача их уберечь человека от внешних угроз. В основе либидо лежит сексуальное влечение или влечение к жизни вообще. Высший уровень либидо – это творчество. Понятие мартида включает в себя стремление к разрушению и проявляется в агрессии, вражде, уничтожении. А мартида особенно ярко дает о себе знать в ситуациях, ставящих под угрозу само существование человека как биологического существа. Оно представляет собой огромный диапазон поведенческих реакций от язвительных замечаний до убийств. И это все мартида. Всякий раз, когда мы отстаиваем свою точку зрения в споре, высказываем обиду или насмешку, или холодность, негодуем, злимся, нами руководит мартида. Очень часто появление мартида человек не осознает или выдает его за либидо. Ну, действительно, ну, когда мы ругаемся или деремся, это что, хорошо, это плохо, и мы знаем о том, что это антисоциальное поведение. Поэтому мы должны себя утешить и объяснить, что, в общем, все мы это делаем правильно, так оно и нужно, а вот мы абсолютно правы в этой жизненной ситуации. Так, совершая жестокости, мы объясняем себе, что поступаем так исключительно для пользы угнетаемого нами человека. Так себя ведут родители, учителя, начальники, сержанты в армии, наказывая своих подопечных и подчиненных. Матери наказывают своих детей и просто не в состоянии осознать овладевшие ими чувство мартиды. И оправдывают свои действия тем, что они делают это все только для пользы своих детей. Человек постоянно стремится удовлетворить мартида.
социально приемлемым путем. Он стремится выбрать работу, которая позволяет его одновременно удовлетворять и мартида, и получать всяческие разные материальные блага. Ну, например, такие профессии, как военный, полицейский, мясник, хирург, стоматолог. Да, вот таким образом они вступают в отношения с мартида. Ведь эти профессии, они... И проявление агрессии в этих профессиях, они приносят людям пользу. Действие обоих влечений, оно определяется двумя факторами. Силой, с которой они проявляются, и направленностью. Дело в том, что они могут быть направлены на себя, а могут быть направлены вовне. Когда либидо направлено в основном на других, то поведение человека носит альтруистический характер в диапазоне от обычной симпатии до беззаветной и безграничной любви. Но если он направляет это чувство на себя, то личность проявляет эгоистические тенденции. Такой человек ведет себя как легендарный нарцисс. Любит только себя, пользуется взаимностью и не имеет в этой любви соперников. Счастливец, одним словом. Если мартида направлена на других, то поведение человека определяют такие эмоции, как злоба и ненависть. В более слабых своих проявлениях это неодобрение, холодность, сарказм, унижение партнера. Если одно направлено на себя, дело совсем плохо, то человек... делает все для саморазрушения, вплоть до самоубийства. Это очень тяжелая ситуация. Влияние обеих главных действующих сил проявляется и в современной культуре, и искусстве. Посмотрите, большинство художественных книг, фильмов можно разделить на две большие группы – эротические и фильмы ужасов. Так, эротические фильмы сегодня – нацелены на возбуждение либидо, а триллеры – на удовлетворение мартида. Поэтому, определив, какие художественные произведения человека преобладают в настоящий момент, можно относительно точно определить его основную направленность на данном отрезке жизни. Некоторые, защищаясь от своих бессознательных влечений, читают или смотрят исключительно произведения, построенные на логике, без лишних чувств. Или наоборот, с головой ныряют в чувственные произведения. Ну, например, очень любят женские романы. Спросите себя и своих близких, что они предпочитают из области массового искусства здесь и сейчас, и вы убедитесь в этом. И узнаете о них чуть больше, может быть. Ну, если не знаете. Так, гиперактивные дети, например, те дети, которые у них сохранный интеллект, высокие креативные способности, но они не справляются со школьной программой, мешают учителям на уроках, дерутся на переменах, они рисуют, как правило, страшных и ужасных монстров. Это их излюбленная тема для рисования. Еще они любят рисовать различные кровавые убийства, при этом они этим наслаждаются. В рисунках они выражают свои агрессивные чувства в социально приемлемой форме, а это значит, они ведут себя мудро. Мартида и либидо постоянно находятся в противоречиях, приводя человека в состояние двойственности в чувствах и действиях. Очень часто мы это наблюдаем, да, что наши чувства и наши действия движутся как бы в противоположных направлениях. Но поскольку жить с этими равнополюсными влечениями практически невозможно, одно из них всегда преобладает. Оно обычно бывает выселено более как бы удачным компонентом в бессознательное. Вот там-то, когда это происходит, и образуются комплексы. То есть вроде очень простой, но одновременно очень понятный механизм. Да? Они находятся в противоречии либидо и мартида. В какой-то момент кто-то из них преобладает, и тот, который сильнее и мощнее энергетически, выталкивает своего союзника-противника в бессознательное. И вот там-то этот комплекс и как бы остается. То есть вот эта психическая энергия, эмоциональная наполненность, она уходит в бессознательное.
Поэтому во всех наших чувствах к либидо и мортидо, чему-то и к кому-то, почти всегда существует положительное и отрицательное отношение. Как, например, в арт-терапевтической практике, когда мы рассматриваем, допустим, какой-то рисунок или обсуждаем какую-то тему, мы ее рассматриваем с двух сторон, да? С одной стороны и с диаметрально противоположной, да? Причем вот это вот история вот этого взаимодействия мортидо и либидо, там есть еще один очень интересный момент, что осознаем мы только один компонент. Либо мортидо, либо либидо. Вот эти эмоции, о которых мы говорили, вытесненные, да, в бессознательное, иногда в нем накапливаются, их становится слишком много, они вырываются наружу. По этой причине мы часто пугаемся внезапно проявляющихся неприятных для нас чувств по отношению к другим людям. Мощная движущая сила, возникающая от разности потенциалов либидо и мортидо, заставляет человека творить и созидать, влюбляться, желать потомства, учиться, лечить, строить, заботиться о близких, создавать произведения искусства. В 20 веке появилось много разных направлений, течений, сейчас мы о них поговорим. Но почему мы поговорили о психоанализе немного и аналитической психологии? Потому что вот эти открытия, о которых мы говорили, они являются все равно базой, да, вот этого арт-терапевтического, психологического взаимодействия, работы в области психологии, помощи и поддержки. Мы должны вот об этом помнить, это знать, это вот основная информация, основные инструменты. А вот философские подходы, да, и взгляды, они немножко бывают разные. Есть, например, креативистический подход, согласно которому на первый план выдвигается вера в творческую основу человека, его скрытые творческие силы. При этом считается, что именно эта вера обладает терапевтическим влиянием. То есть вера в творческие силы и возможности. Основой творчества является стремление человека к самореализации, к использованию своих потенциальных творческих сил. И все, без исключения, люди могут стать при желании созидателями. Необходимо только создать для этого условия. То есть захотеть могут, но этого недостаточно. Достаточно будет, когда мы создадим для них определенные условия, вот способствующие раскрытию этого творческого потенциала, творческих сил. После чего, считают креативисты, процесс личного совершенствования будет продолжаться уже сам по себе. Таким образом, в системе взглядов креативистов сторонники данного подхода рассматривают феномен творчества не просто как действие, процесс. Их интересует его эстетическая сторона. Они глубоко убеждены в том, что именно эстетическое чувство способно излечить человека. Что именно эстетические чувства совершенно особым образом интегративно действует на личность, потому что в человеке заложена естественная потребность воспринимать окружающую среду через эстетическую призму. В ходе занятий искусством происходит постепенное познание и понимание окружающей среды, которое может осуществляться только с помощью эстетических форм. Но вот тут я бы с ними поспорила. Ну вот они это чувствуют и видят именно таким образом. Опыт создает формы, которые можно запомнить и использовать в зависимости от того, какой степени художественности они достигают. То есть когда мы занимаемся эстетизацией, да, какого-то художественного продукта, мы получаем некий опыт. Этот опыт мы как бы анализируем, и оно становится нашим достоянием, и мы можем перенести этот опыт на какие-то другие сферы жизни. Вот так, мне кажется, это можно проинтерпретировать. По мнению выдающегося гуманиста Абрахама Маслоу, творчество и здоровье самоактуализирующейся личности могут быть тождественными вещами. Что касается меня, я готова под этим подписаться,
потому что имею свой собственный личный опыт. И считаю, что это так. Основным источником человеческой деятельности является непрерывное стремление самоактуализации, самовыражению. Да, эта потребность очень большая. Задача психотерапевта – помочь людям ощутить эти мгновения, создать условия для их возникновения, научить человека высвобождать подавленное и познавать собственное «я», прислушаться голосу импульсов, раскрыть свою величественную природу. Психологи гуманистического направления рассматривают личность как некое психологическое образование, в котором изначально существуют духовные потребности, которые определяют, собственно, поведение этой личности. Человек считается потенциальным творцом-созидателем, а его активная творческая деятельность выступает одним из путей высвобождения вот этих творческих сил и возможностей. Задача арт-терапии не в том, чтобы сделать всех людей художников, а в том, чтобы возбудить у человека активность, направленную на реализацию его предельных творческих возможностей. То есть все, что мы делаем, да, вот, мы делаем для того, чтобы ему захотелось творить, самоисследовать себя, да, стремиться к совершенству, чтобы он почувствовал, что он может, что вот у него эта способность как бы заложена априори, она просто есть. Другое дело, что, может быть, она дремлет, может быть, он о ней не подозревает, не знает, но она есть. Да? И самое важное – сделать так, чтобы это открылось и заработало. Да? В свое время президент Ассоциации гуманистической психологии Джеймс Бьюдженталь выдвинул 5 основных постулатов гуманистической психологии. Вот что они нам говорят. Человек, как целостное существо, превосходит сумму своих состояний. То есть человек не может быть объяснен в результате научного изучения его частичных функций. То есть он сразу целостный, да? Человеческое бытие, да, разворачивается, скажем так, в контексте человеческих отношений. У человека есть выбор. Он не является пассивным наблюдателем процесса своего существования. Он творит свой собственный жизненный опыт. Человек, он интенциален. Человек обращен в будущее. В его жизни есть цели, ценности и смысл. И еще есть одни очень важные, собранные воедино представления, они были выдвинуты выдающимся деятелем гуманистической психологии Натальей Роджерс. И вот как она сформировала эти гуманистические принципы. Все люди обладают природной способностью к творчеству. Это первое. Творческий процесс исцеляет. Художественный продукт несет важные сообщения человеку. Вместе с тем, именно процесс творчества является глубоко преобразующим. Личностный рост достигается посредством самопознания, самопонимания и инсайта. Самосознание, понимание и инсайт достигаются погружением в эмоции. Переживания и эмоции являются источником энергии. Эта энергия может быть высвобождена и преобразована посредством арт-терапии. Экспрессивные искусства – рисунок, живопись, ваяние, лепка, музицирование, воображение, движение, вокализация – ведут в бессознательное. Это позволяет человеку выразить прежние неизвестные фрагменты его самого и таким образом высветить новую информацию и достичь нового осознавания. По мере того, как человек путешествует внутрь себя, чтобы открыть свою сущность или целостность, он обнаруживает собственную связанность с внешним миром. Внешнее и внутреннее становятся единым. Философское учение
которая включает в себя убеждение в том, что каждый человек обладает самоценностью, достоинством, способностью к самоуправлению, что он способен прислушиваться к тем ценностям, к тем импульсам, посланиям из бессознательного, которые помогут ему личностно расти и развиваться. И для того, чтобы вот эта удивительная способность, которая есть в каждом из нас, осуществилась, реализовалась, нужно создать определенные условия. Просто так она, конечно, не реализуется. А для создания этих условий человек должен попасть в такую систему отношений, в такое в пространство, которое как бы формируется на трех таких основных камнях вечности. Это подлинность, безусловное принятие и эмпатия. Если нет подлинности, принятия и эмпатии, то вот этот вот личностный рост, это развитие, это самопознание, оно как бы не случается. Подлинность, она наступает тогда, когда переживания данного момента обозначаются и выражаются в ощущениях здесь и сейчас. Одним словом, немедленно. Вот возникли эти чувства, и ты как бы о них сообщаешь. Да? Безусловное принятие – это человека, рассказывающего о себе, принимают таким, какой он есть, как бы он себя ни выражал. Плачет он, смеется, бегает, прыгает, не имеет никакого значения. Мы его принимаем таким, какой он есть. А вот эмпатия – это способность посмотреть на мир глазами другого человека, проникнуть в его внутренний мир для того, чтобы сопровождать его в путешествии как бы к истокам самого себя. Эмпатия – это тоже врожденное свойство, и эмпатия, она становится более активной, если ты как бы имеешь свой собственный личный опыт, ну вот, терапевтического, арт-терапевтического взаимодействия, участия, да? И главной целью психологической работы в рамках описываемого подхода является приобретение и осмысление клиентом личного творческого опыта. Также выработка у него творческого и нравственного отношения к жизни путем обращения к культурно-художественному наследию. И вот арт-терапия, она как раз является таким инструментом, помогающим им, нам, всем вот воспользоваться этими представлениями для нашей собственной пользы. То есть арт-терапия как инструмент. Причем удивительным образом, когда вот занимаешься арт-терапией, ты понимаешь, что ты пользуешься практически вот всеми этими моментами, которые описаны теоретиками. Вот мы, например, как бы исповедуем этот гуманистический клиентоцентрированный подход. Вот. Мы считаем, что в условиях, созданных условиях принятия безоценочности и эмпатии, да, человек сам начинает самораскрываться. Вот. Но при этом мы пользуемся и другими взглядами. Да? У нашей психики есть защитные механизмы, которые защищают нас от изменений. Или помогают нам, наоборот, совершить изменения, если мы настроены на эти изменения. И первое – это отреагирование. Такой бессознательный, на самом деле, защитный механизм. То есть то, что мы практически не осознаем. Да? Занятие арт-терапией художеством, да, позволяет разряжать внутреннее напряжение через активные действия. Возникло напряжение – стал я лепить, и получился у меня глиняный шедевр. Вот, ну, получился некий продукт, да, в который я перевел свое напряжение психическое, придал ему некую художественную форму. Да, это называется отреагирование. Второй – это сублимация. То есть сублимация – это такой процесс, в котором
инстинктивная цель заменяется сознательной. Еще есть такой механизм – это обход эгоцензуры. Дело в том, что мы долгие-долгие годы живем с какими-то, ну, с какой-то болью, да, с каким-то переживанием, с каким-то обстоятельством, осознаваемым или вытесненным. Ну, мы приспособились, да, к жизни к этой. И это называется эгоцензурой, то, к чему мы приспособились, да. Когда мы рисуем, да, помните, мы говорили о том, что источником наших рисунков, особенно спонтанных, является бессознательное. Вот. И мы бессознательно как бы рисуем и при этом обходим эгоцензуру. Вот смотрите, есть какая-то вещь, о котором я не хочу говорить, не могу говорить. Да? И как там вербальный терапевт со мной не ведет беседы, не предлагает мне различные способы, да, обратиться к этой теме, я отказываюсь, я себя защищаю, я себя цензурирую. Не хочу я говорить о тех обстоятельствах, которые там случились в 1952, 1937 году. Да? Не хочу и не буду, и ничего со мной сделать невозможно. А вот когда мне предложили, допустим, нарисовать, и я нарисовал, то я уже не могу отказаться от этого. То есть я явил эту проблему. То есть если она обнаружилась в моем этом спонтанном, например, рисунке. Вот он, все. Другое дело, я скажу, нет, сознательно не буду я с вами, Петр Петрович, на эту тему разговаривать. Все равно имею право, да? Но вот она явилась. И это уже очень, так сказать, большое дело, да? Дело в том, что когда мы спонтанно рисуем, мы рассказываем о себе. Вообще мы все время, да, рассказываем о себе, о своих мыслях, о своих чувствах и переживаниях, даже вроде этим специально не занимаясь. Да? Вот. И спонтанно мы как бы проектируем наши мысли, наше состояние, наши чувства, наши переживания в рисунке. То есть на самом деле, благодаря различным проективным методикам, тестам, вопросам, мы получаем информацию. И это самое главное вот как бы в проективной работе. То есть получить информацию из бессознательного, обойти эгоцензуру, о которой мы с вами только что говорили, узнать больше, да, чтобы можно было обратить внимание подопечного, да, вот на какие-то важные моменты, которые явлены в этом спонтанном творчестве. Когда мы видим что-то очень эстетическое, то бишь очень красивое, да, вот, то, что действительно для нас, да, является прекрасным, красивым, мы сталкиваемся с какими чувствами? С чувствами положительными, ну, положительного спектра. Да? Обычно это радость, восторг, да, единство, сплоченность и так далее. Да? Вот. То есть как бы это получается эстетический компонент, который несет позитив, надежду, радость. Ну вот, например, у нас есть такой проект для детей. Он называется «В лучах волшебного фонаря». Значит, как этот проект для детей родился? Однажды мы вышли с моей коллегой в Михайловский сад. Это было в декабре. Сгущались синие петербургские сумерки. Михайловский сад был завален бело-голубым снегом. И в этот момент начали зажигаться фонари, которые оставляли на голубом снегу такие розовые красивые пятна. А потом заработала подсветка Михайловского дворца. Дворец просто осветился в этом золотом цвете, и в этот момент мы испытали радость, восторг и счастье. Это была встреча вот как бы с изобразительным искусством, да? Встреча с Карлом Росси, да, который создал этот дворец. То есть случилось какое-то очень сильное эстетическое событие. Да? Все это слилось в едино, и ты вот как бы наполнился этой эстетикой удивительной, да? Этого вечера, вот, и зажженной иллюминации. Да? Вот. И вот из этого чувства мы подумали, что хорошо, там работа со страхами – это бесконечно важно, да? Но чувство радости и счастья, оно же тоже целебно. Да?
Вот. И тогда мы придумали такой проект, когда детей приглашали в творческую студию, они расписывали фонари, купленные в Икее. Потом мы клали туда зажженную свечку, выходили в Михайловский сад, зажигали эту свечку и путешествовали в сумерках по саду. И самое главное было оказаться на центральной дорожке в 4 часа в декабре, когда в это время зажигается подсветка сада. То есть таким образом мы как бы им вот свой опыт передавали, да, и уже вместе с ними переживали вот это великое эстетическое радостное чувство. Причем потом была очень интересная обратная связь. Я знаю о том, что однажды к нам приехала группа детей из далекого спального района, и одна из мам потом позвонила и сказала, что теперь каждый вечер они выгуливают свой фонарь у себя на Ленинском проспекте. Да? Вот это воспоминание вот от тех сильных чувств, которые возникли у нас в саду, в музее. Да? С ними не хочется расставаться, о них не хочется забывать. То есть они как бы становятся своего рода такими помощниками, эти чувства. Вот то, что это было в моей жизни. И я могу сам, да, все время делать такое же маленькое чудо, такую же радость создавать, да, унося свой фонарь. Вот это такая история про эстетический компонент. И им, конечно, нельзя пренебрегать, тем более, когда мы работаем в художественном музее, в Михайловском дворце, в замке. Вот, в садах и дворцах. Вот. Это очень важно, и к этому надо обращаться. Еще у эстетического чувства есть такая история. Оно помогает себя структурировать и организовывать. Потому что ты в какие-то моменты начинаешь видеть, как вот все это гармонизируется и собирается в некое единое целое, да? Целостное и прекрасное. И в этом смысле вот музей он тоже очень помогает. А в арт-терапии знаки и символы очень важны, потому что мы разговариваем на символическом языке изобразительного искусства. И в этом, наверное, основная сила арт-терапии. Чем же знак отличается от символа? Знак – это представление о предмете, явлении или процессе, который появляется из бессознательного, и он как бы однозначен. Он сообщает нам о том событии, которое как бы вот в бессознательном присутствует. А символ, он значительно более многозначен, нежели знак. Он несет значительно больше информации. Его сложнее расшифровать. Вот. И он, конечно, неоднозначен. Но знаки и символы, они возникают и приходят из бессознательного. И символы, они действуют либо компенсаторно, либо комплементарно. Символ обладает целебным воздействием, потому что с его помощью наша психика стремится к балансу, сбалансированности и цельности. Почему он целебный? Ну вот чем можно проиллюстрировать, например, комплементарность, да? Так вот одна девочка в возрасте 9 лет с большим увлечением писала красками на листах большого формата, и излюбленная ее, приходя на арт-терапевтические сессии, ее излюбленная тема была война. А воевала она со своей сестрой, которая была старше ее всего лишь на 1 год. Она изображала себя и свою сестру высоко под облаками, в развивающихся туниках, в руках у них были луки, и они стреляли друг в друга молниями и стрелами. Примерно такие же события разворачивались у них дома ежедневно. И, собственно, вот эта сложная ситуация и привела девочек в нашу арт-терапевтическую группу. В данном случае рисование этой девочки выполняло комплементарную функцию, совпадая по содержанию с реальными событиями в ее жизни. Да? Это комплементарность. А другая история говорит о компенсирующей роли символа. И вот она какая.
Мне посчастливилось работать с мальчиком 10 лет, который пришел к нам в арт-терапию, потому что он все время дрался в школе, царапал плохие слова на стенах в подъезде дома, в котором он жил, дрался. И, приходя на занятия, он с наслаждением и любовью рисовал пейзажи, на которых светило яркое солнце, благоухали цветы, зеленела трава. Вот, таким образом давая выход созидательной энергии через рисунок. И он проявлял себя максимально полно. То есть он как бы дополнял свою жизнь тем, чего в ней не было. В нем была тревога, боль, потери, сложности, а вот покоя, радости, эстетического общения с природой ему бесконечно не хватало. И таким образом он как бы себя утешал. Девочка, о которой я рассказала, она как бы себя поддерживала. Вот в том состоянии, в котором она была, да, враждовалась с сестрой, и на этом этапе наших с ней отношений она еще не готова была как бы изменить модель поведения. Необходимо это было все прожить в тех же рисунках, в сказках, в разговорах, для того, чтобы освободить место в душе для других чувств. И вот она пока держалась. Причем это очень важный момент – не торопить подобные события, а позволять им быть ровно столько, насколько это нужно клиенту, да, ребенку. Потому что на самом деле сколько времени и как знает только он сам. Наша задача – его поддерживать в этом, да, быть внимательным, эмпатичным. Вот, поддерживающим и принимать его таким, какой он есть, и давать ему это время безопасное, где он может заниматься самоисследованиями. Экспрессивная арт-терапия – это когда я выражаю свои чувства, переживания, состояния здесь и сейчас с помощью различных художественных изобразительных средств. Да? И все это работает на преодоление страхов, тяжелых состояний, переживаний, личностного роста и саморазвития. Да? Вот. Это экспрессивная арт-терапия. А импрессивная арт-терапия – это когда я созерцаю прекрасные произведения великих мастеров, они вызывают во мне чувства и переживания, и я работаю с этими вот чувствами и переживаниями, которые как бы у меня возникли по поводу их произведений. У себя в музее мы пытаемся как бы совместить две эти формы, и экспрессивную, и импрессивную формы арт-терапевтической работы. То есть для нас на самом деле не важно, какая она экспрессивная, импрессивная. Важно, что что-то случилось в моей жизни, да, сейчас, здесь и сейчас, о чем я хочу говорить, к чему я готов обращаться, что я готов исследовать, да, менять, а потом еще и к этим изменениям адаптироваться. Я неоднократно была свидетелем того и сама принимала в этом участие, когда подобные вещи проходят на арт-терапевтических, ну и на любых других группах, когда ты начинаешь чувствовать силу группы и понимать, как она помогает тебе выздоравливать, условно говоря. У меня был очень тяжелый жизненный период. Вот, было горе, сильные потери. Вот, и мне было очень тяжело. Я очень часто опрокидывалась в эти тяжелые чувства. И помню, что я даже специально для того, чтобы всплывать как бы из этих глубин подсознательных, куда меня прямо как бы тянуло, вот, я шла по улице и называла предметы. То есть свое внимание со своих переживаний и ну, там, личных событий, да, я переводила в другую плоскость. Вот, и как бы отрывала себя от этого. Потому что бессознательное, ну, у него есть свойство как бы захлёстывать. А в группе, я помню, что однажды я пришла на группу вот в таком очень сложном состоянии, вот, и нарисовала, и рассказала о своем
состоянии группе, и группа стала давать мне обратную связь. Они стали говорить о своих чувствах, впечатлениях по поводу моего рассказа, моей работы, о том, как у них это происходит, как с ними случаются, да, как они переживали свои горе и потери. И вдруг, причем там группа была достаточно большая, наверное, человек 10 было, и вдруг я замечаю, как я слушаю каждого по кругу, и вот это горе, печаль и ужас, которые лежали у меня вот на плечах, да, душили меня за горло, не давали мне дышать, отступает, как я выздоравливаю. И вот один человек мне рассказал о себе, и мне стало чуть легче. Потом второй, потом третий, и практически к окончанию вот этого разговора о себе, о картинах, да, вот которые мы, ну, о работах, скажем, не картинах, конечно, о работах, которые мы создавали, все изменилось. Я поняла, вот как это происходит, как происходит вот это выздоровление, так называемое, да? Потому что вот эти чувства тяжелые, с этим постоянно мы имеем дело, как в арт-терапии, они действительно захлестывают, они захлестывают и поглощают тебя практически всего. Тебе очень тяжело. И такое впечатление, что никаких других чувств нет. А это же не так. Мы говорили о том, что одновременно, да, человек чувствует многое, да, только он не на все обращает внимание. И когда вот эта боль начинает уходить, в душе как бы появляется место, куда другие чувства проходят. Да? Уже не боль, уже печаль, а за печалью может быть потом принятие, ну и так далее. Да? То есть арт-терапия – это как экспрессивная, так и импрессивная. Это удивительный метод, позволяющий работать с тяжелыми чувствами и переживаниями. Наверное, это ее самая-самая сильная сторона. Вот. И все это происходит в социально приемлемой форме, да? Через рисунок, там, через создание каких-то объемных вещей, да? Вот. Через обращение к произведениям.